Ждем авиашоу. Душиться там что-то как-то не захотелось. Надюха, помаши ручкой. Всем привет! Добрый день! Самолеты оттуда. Ждем-с. Вон речка. Мост. И ничего не летает. Блин. В общем, авиашоу нам не видно, только слегка слышно. Он как-то вот так летает, если... Да, где-то вот там они летят. Нам их чуток слышно, но не видно. Возможно, но... либо слишком низко, либо слишком далеко. Ну, мы с Дрюхой пришли к мнению, что каждый год ходить душиться туда, это не очень интересно. Решили в этом году с балкончика посмотреть. Но пока только слышим. Слегка. И ничего не видим. Парашютисты. Ты видишь парашютистов? Красный, белый, синий. Над ними чуть выше, тоже красный. Вон там, над деревом. Видишь, такое пушистое дерево, оно как будто квадрат. Угу. Вот над ним парашютисты, их еле-еле видно. Ну, ты в бинокль смотришь. У тебя бинокль. Поэтому тебе и видно. Я вот еле их заметил. Ну, значит, еще эти не летали. Всякие соколы и им это подобные. Их только сбрасывают. Так мы не видели самолет. Самолет заметить проще, чем парашютистов. А мы заметили только их. Ну, мы его слышали. Видимо, он очень... Он высоко летит, самолет-то. С парашютистами самолет летит очень высоко. А вот эти все показушные, они летят ниже. И мы их будем видеть. Должны. В этом году из-за того, что они на показательных выступлениях где-то выступали, поэтому поздно, и начать решили с парашютистов, обычно ими заканчиваю. Это я знаю, я чего не рад, что с вами не был. Не, народ, самое крутое авиашоу, которое я видела в своей жизни, это самолет над магнитом в Адлере. Вот это реально круто! Они там пролетают каждые полчаса. Вот это какой 15 раз в 20-15 минут, блин. Я смотрела расписание аэропорта Сочи. Вот там они свои брюхи показывают. О, где страшно-то, вот где низко. И самолет тебе не хухры-мухры. Один подобный житель, но из другого города. Иностранец. У него над крышей все время прилетели самолеты. Он написал на своей крыше название другого города, чтобы пилоты и пассажиры, летящие этим рейсом, думали то, что они прилетели в другой город. Разворачивались, потом узнавали, что это все-таки туда они прилетели. В общем, теперь его дом облетали. Ну, достал его. Летят. Соколы. Ой, я их и цвет сейчас разглядел. Какого же они цвета? Белые и синие. А я вот там видел какой-то, типа, белый след. Отсюда кажется, что это птички. Вот все, я вижу. Да, звук от них. На аэродроме я не слышу.
На аэродроме, конечно, без базы. 6 километров, да. Если мы так низко сопли. Да, 6 километров. Тихо. Вот, летят самолеты. Да? В принципе, да, они сейчас на аэродроме. Сейчас, скорее всего, будут делать эту розочку. Сейчас, наверное, разлетят. А все, дерево мешает. Какой звук. А, нет. Вон в нашу сторону идут. Да? Смотри. Нет, они... нет? А уже то, что глазами нельзя снимать. А, да, теперь уходим. Но на камере наверняка будет не видно. Вот единственный минус то, что нельзя глаза не снимать. Это был... Нет, просто если бы был бы зум у этой камеры прилично. Так. Вон они прям низко идут. Ой, я все их вижу. Ну, зума нет, поэтому... Вон около дома вышли вверх. Это вот не помню. Ой, они белые. Мотор, что ли, они там выключают наверху, да? Почему? Нет? Ну, а звука нет. Они же падают, по-моему, на выключенных. Ну никак, они просто газ убирают. Да. Ну нет, просто их не видно. Звук. Они там реально падают. Блин, все, я их не вижу. Мотор газ убирается практически. Классно. Вон они, вон они, смотри, как близко. Да ладно, чтобы никто не перепутал это с каким-нибудь там НЛО. Да ладно. В Тамбове, по-моему. Ну, его так не грохочет. Да. А знаете, что инопланетяне существуют? Ты хочешь об этом поговорить? Нет. Ну, наверное, вот и все. Вон один какой-то над столбом. Ну, они, помнится, один год как-то это выбрасывали, чего там, дымовые эти, цвета российского флага, помнишь? Да, и просто... След оставляли. Российского флага, и просто дым выпускали. Как это? Ну, что сказать. В этом году в Тамбове проходило... 17-е по счету подряд авиашоу. Мы решили, что идти через весь город, тащиться в летку. Ну, в общем, это довольно напряжно. Напряжно, жарко, поскольку время проведения сдвинулось в сторону часа дня. Решили, что рисковать походом в самое пекло не стоит. Ну, знали точно, что с нашего балкончика, со второго этажа, вот тут, в принципе, видно. Ну, что сказать, очень долго ждали. Вот, видно так себе, ну, не настолько интересно, насколько это бывает на аэродроме. Но, с другой стороны, каждый год, в принципе, эти авиашоу одинаковые. И то же самое, ничего нового. Вот. Ну, скажу так, больше я с балкона смотреть не буду. Если смотреть, то ехать на аэродром. Либо не ехать вообще. Вот. Собственно, все, что хотела сказать. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова